На месте гор мусора вырастут деревья. Полигон для бытовых отходов под Минском намерены превратить в лес. Мусор в Тростенец не свозят уже 10 лет. Но внушительных размеров свалка, почти 25 гектаров, с въезда в город никуда не делась. Чтобы придать ей благородный вид, сегодня городские службы высадили около 1000 деревьев. Саженцы подбирали специально. В основном ольху и вербу. Деревья с непривередливой корневой системой, которые могут прижиться в любых условиях. Этот полигон эксплуатировался порядка 50 лет. Начали эксплуатировать в 58 году. Нам досталось такое наследство. Полигон этот рекультивировали. Сейчас он дегазируется, то есть с него еще добывается газ. И мы хотим украсить город. Мы хотим, чтобы не ехали, не говорили, что это свалка, а что это именно благоустроенный будет уголок. Благоустроенный зеленый уголок в городе Минске, на котором будут расти деревья, которые будут давать кислород. Пока это первая партия саженцев, коммунальщики будут наблюдать, как приживутся молодые деревья и уже весной расширят площадь посадки.